У меня роман-роман были либо такие сливы, там, либо быстрые бои. Ну, было таких пару боев еще. Ну, сейчас выкатим. Было еще таких пару боев, которые затягивались. А так, либо мы за 10 минут побеждаем, либо за 10 минут проигрываем. И что за 10 минут побеждать, чтобы проигрывать? Это ни в том, ни в том ничего вообще хорошего нету. Смотрю, сейчас 170 000 урона. Набиваю за эту сессию, блин. Аж 170 000 в среднем. Но это мало для мидва. Это very мало. Пишу боев по 100 000, по 120 000 полно было. Да то я альтабался, Клим Алексеевич. Когда альтабался, наверное, зависает. Да мне было интересно посмотреть, что я там наиграю, как бы, потому что у меня дропало с клиента. И 70% ВР, там что-то такое. 5 побед получается, 2 поражения. Что за принц Эйвен? Кто это такой? Ой, тут гроза. Я с грозовым драться не хочу. Сливать ему сам или в самом начале. Тем более, что-то так далеко стреляет со своей ПВОшки. Может, хорош уже. Да ну, не в каждой некролуз. Прям в каждой. О, циклончик это годится. А Стас, вы видите, этот парень не пальцем деланный, да? Ой, как я далеко скинулся. Блять, вот это он меня объебал, ребята, вот это он меня объебал по-настоящему. Я ему руль выбил, я ему выбил руль, он сейчас наедет на торпы. Я ору. Кстати, ребят, они походу все навика катают, либо не знаю, либо мне так лес отдает, либо они все катают в тупую. На мидвей с этим, с моткой на перезарядку самолетов. А то прям так все у них самоли падают конкретно. Либо мне леса прям дает. Здорово, Иван Флюсов. Да как... Куэри. Ну чё, Хосе, это что, 4 поджогами гореть собрался? Ну парень, я передумал. Штрафу не знаю, я не пробовал, мне кажется, нету пошу. Ну. Вместо чего ты ее поставишь? А, на 2 кастали там это.
Надо посмотреть, что там вообще за задание, что надо делать. Ну, там столько в чате, по-быстрому привет, Максим Насыров. Столько сообщений, что я не успел всех обработать. Ой-ой-ой, откуда это у тебя ПВО появилось, друг? Я ж тебе его повыбивал только что. Хосе сейчас будет нервничать. Ёбаные авики. Ёбаные авики просто. Не нервничай, Хосе, не нервничай, дружочек. Да не, штрафун, вместо антипригарки поставишь, мне кажется, ты будешь просто сгорать, тебе это ПМК как бы. Этот. Ты им пользоваться не будешь, потому что ты будешь просто весь бой гореть и все. Смотрите, он тоже там микроконтроль, все дела и наших забивает конкретно. На кого лететь? На кого? На этих, пожалуй, да? Нам что, без остановки собрался текать, че шо? Ой, вот это я чуть не исполнил. Ну, ладно. Да, у авика, видимо, не истребители стоят, а стоит в тупой этот. На перезарядку. Я сюда таких авиков сильно часто начинаю встречать. Посмотрите. А хотя не, мы же истребители. Хорош, вообще, кстати, еще ни одной точки не захвачено. Это вообще романтика. Там вряд ли оно штрафун будет пробивать под этим. Так. Надо все разыграть тут хорошо как-то. Чтобы максимум выхлопа получить в этом бою. Если бы они наших тут развалили на фланге, я был бы очень не против. А они так и сделают сейчас, они их развалят. Значит, я полетел за Алабамой, да? Чтоб мне побольше корма доставалось. Франки, себя заставить не можешь, а мне предлагаешь, да, чтобы я помучился. Шо, горе, ничего. Ну чё, где это за лупа летает? Ездит, точнее. Может тут хоть трехсоточку получится выжать как-то? Че не? Ой, как я там близко скинулся, ребят. Они сейчас могут не завестись. Ёб твою налево, это пиздец.
Я увидел, что я близко скинулся. Ну ладно. Не смертельно. Че остаться тут стоять, хер его даже знает. Ладно, поехал я навстречу ветру. Ну, 300-ка вроде намечается, конечно, хотелось бы и 400 тысяч. Медленно они, конечно, разбирают нашу команду, что вяленько. Да если бы Карен тут, я вижу, что то намечается 300-ка, а то и не намечается. Тут еще непонятно пока. Но очков много, у них, ну не два линкора, у них прячется конкретно где-то дергроп. Стасян, давай быстрее гаси мою команду. Оперативнее ее гаси. Ой, вкусняшечка, вот ездит. Правда, я скинулся вкусняшечку, как всегда, с приветом. Стасян гасит команду, молодец, он сейчас и Москву загасит. Не, это подходит. Бля, кто его так жестко жахнул, ребята? Это что, он торпеды наловился, походу, да? Че что-то там произошло с ним? Что вообще этого прикола, не понял, если честно. Бля, так обидно, когда их так бьют сильно. Бля, тут теперь надо их просто успевать убить. Ой, какой вкусный, ребята, просто какой вкусный, вы видели? Я срочно на вкусного, вкусный мне может... Ну, поделиться может вкусным урончиком, как бы. Готовлюсь вкусного уничтожать. Кракешка есть. Блять, 350 все равно тут будет практически, наверное, нереально сделать. Если честно. Хотя там еще авик есть, как бы, помимо этого вкусняшки. Он еще хипер донской. Ой-о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 й, ребята, это детонация. Это просто детонация, бля. Это просто детонация, влетает чувачку. Жестко, ребят, жестко, я заинтригован. Если бы их не авик сейчас как-то поактивнее начал наших мочить, можно было бы тут и 400 сделать на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, просто пора совпадений каких-то, не знаю, лес-то дает, как видите. Лес-то дает, я же начинаю переживать, надо понять, где их не авик стоит. Детонашечка залетела вообще четенькая. Так, надо посмотреть, куда у него самолеты улетают, ребята. Блять, жаль, конечно, что не засветил хипера. Дайте рекорд сделать, блядь, 420к хотя бы, блядь, там мавик жирный, сука. Мавик, не включай заградку, залупа.
Дело ведь этого хипера непонятно. Так, так и непонятно, где их не авик, блядь. Циклон проходит, как же не вовремя. Это 400, ребята, это уже 400. Свой персональный рекорд очередной. Я не перебью, блядь, жесть. Они уже слишком близко к авику. Он слишком плохо выворачивается, но он может забить этого тагу. Сбрей их нахуй, обоих, блядь. Сбривай нахуй их просто, блядь. Ребята, что еще сказать? Брей им, блядь. Жопы их не нахер. Стасян, давай, 410к, не, блядь, не жадничай только, не гоните, что впадлу порадовать Тоху, блядь, чтоб хоть только свой рекорд перебил, блядь. Да, ребят? Стасян меня слышит. Ну, свой рекорд, ребят, я в этом бою перебил. О, уже неплохо, да, ребят? Ой-ой-ой, это новый рекорд, ребята. Ну, мой рекорд, мой. Это не рекорд по мидвею. Но мой рекорд новый. Голые косики, ребят. 1000 очков, 428 тысяч. Как-то так тут все резко развернулось конкретно. Просто конкретно, резко. У меня был до этого рекорд 410 тысяч, но у меня боев там 402, там 403, 405 много раз были. Как-то больше не получалось. А вот 430, этот бой уже можно будет и вырезать, если что. Порадовало именно Леста хорошим боем. Вот такие бои радуют, аж как-то на душе становится спокойнее. Ясно, ничего там не одевается. Да навоевала нету, этот бой, в принципе, навоевал, мне кажется, не тянет в любом случае. Ну, 430 нормально, так резко влетело именно, неожиданно. Стас этот опять, и опять 5 линкоров. Смирнов он на вуцаре, но за меня. Не знаю, бла-бла-бла. Без понятия. Ну их не авик тут вообще пострадавший, вы видите, у нас и Минотавр, и Вустер.